Сегодня на обед домашние котлетки куриные и гречка. А еще буду варить компот. У нас всегда дома есть компот. Вот как раз в него я и положу мороженые груши. Набрала сегодня листьев и хочу ими декорировать стол внутри. Сейчас сниму эту столешницу, уберу чашки, а туда положу листья. Хоть на 2 дня, хоть на 3, сколько пролежат. Так, собираю все отсюда. Ну, как-то так у меня получилось, как в детском саду. Ну и пускай. Все равно здорово. И домики эти тоже сюда хорошо подходят. С оранжевыми крышами. Ну, пускай постоит и порадует нас несколько денечков. Поменяла сегодня текстиль в спальне. Шторы и покрывала. Шторы и покрывала, купленные в Икее, очень подходят для морского стиля, которым меня заразила моя подписчица Белка Лиза. Лизонька, привет тебе, моя дорогая. И я решила потихонечку, чтобы создать интерьер в морском стиле, делать покупки. Сейчас я вам покажу, что купила. 2 морские звезды. Они довольно-таки большие. Смотрите, они с ладонь. Одна сине-голубая, другая розовая. Очень аккуратно и красиво сделаны. Ну, не могла удержаться и купила. И следующая покупка для морского декора – фонарь. Сейчас я его поставлю и в него помещу свечку. Ну, кстати говоря, этот фонарь можно и не только в морском интерьере использовать, но и в любом другом, и в Провансе, и в каком хотите. Вот такие покупки на морскую тему я купила. Это то самое колье, которое я покупала за 99 рублей. Ну, я пошла. А вот мы и пришли, да? Да. Наша цель. Пока что мы на исторической стене. Да. Вечерняя Москва. Вон моя Иришка идет. Ну что? Как узнать, где новая сцена? Не знаю. Идем на новую сцену. Ну сюда. В этом здании. Если такую люстру повесить дома. Ну это дом уже имеется. Да. Красота. Пойди туда. Ну что ж, пойдем переодеваться. Вернее, раздеваться. Давай, сейчас мартини. Смотри, тут уже мелкие шампанцы. Нет, шампанцы. Можно мартини взять.